Ну вот, во дворе прорвало трубу. Труба на глубине больше метра. Будем копать. Процесс идет. Уже больше метра, а трубы все нет. Где труба? Нет трубы. Копаем, да? Минеральная вода. Не прошло и 2 часов, как появилась труба. Вот она. Сейчас я ее еще обкопаю. Тогда будем смотреть, что можно будет сделать. Вам эта яма ничего не напоминает? А вот так. Ладно, не будем о плохом. Поехали дальше. Все, проблема решена. Заменили запасов шланги. И теперь труба как новая. Яму закроем доской, чтобы никто случайно днем или ночью не провалился. Да я пойду в душ. А то грязный. Всем пока.